Добрый день, ребята. Мы продолжим наш видеоурок. В прошлый раз мы остановились на вот в этом чертеже. То есть мы создали, уже успели создать вот такой, типа вот такой проект, в котором 5 проводов. От этих 5 проводов мы протянули еще 5 проводов к мотору и к земле, установили автоматы, установили включатель для мотора и установили коннекторы. То есть, ну или терминал, или коннекторы, или, может быть, ну как хотите назвать, зажимы. Раньше нету. Так, вот этот у нас как бы условный щит. И теперь мы перейдем к обозначению и редактированию проводов. Вот эти три кабеля и вот эти три кабеля это кабеля, то есть провода, не кабеля, а провода для фаз. Фаз. И, естественно, они должны отличаться от вот этих проводов, которые предназначены для нуля и для земли. И в чертеже их обозначение, то есть цветовое обозначение принимается как цветовое обозначение, не цвет изоляции провода. Раз вот эти провода у нас на данном случае красного цвета, то принимается, что вот эти провода, изоляция проводов красного цвета. Теперь, если мы наводим на вот этот провод, здесь у нас выходит такое сообщение, такая информация. Провод — это line color, ну by layer красного цвета. Сейчас я объясню. Layer — название слоя, red, то есть нижний пробел 2,5 мм в квадрате. Line type by layer. Что это означает? Если мы здесь набираем команду layer, у нас открывается вот такое окно, слоев. Увеличим немножко. AutoCAD Electrical автоматически создает множество слоев в чертеже. Каждый слой означает что-то. Вот, например, вот этот BLK, нижний пробел 0,5 мм в квадрате. Это означает провод, изоляция которого черного цвета и сечение с сечением 0,5 мм в квадрате. Если мы создаем, если мы задаем свойства, то есть мы определяем провод вот таким, то есть в свойствах мы задаем вот такие параметры, то есть черного цвета и сечение 0,5 мм в квадрате, то вот этот провод автоматически переходит вот в этот слой. А наш провод, эти все наши провода. Сейчас вот это немножко. Так. Окно. Вот такое уменьшу. Вот это закрою, вот эту часть. И рассмотрим. И вот здесь. Вот так. Так. Немножко отредактирую. Это немножко закрою. Так. Вот эти наши провода. Они находятся в слою Red. Нижний пробел 2,5 мм. Так, ищем в слоях. Вот у нас вот этот. То есть вот эти все провода находятся вот в этом слое. Потому что по умолчанию в качестве свойств проводов у нас обозначен именно вот этот тип. Теперь, если мы нажмем, вот здесь есть такая кнопочка Create Edit Wire Type, то есть создать или редактировать тип проводов. Если нажимаю на этот, на эту окошко, у меня открывается, на этой кнопке, у меня открывается вот такое окошко, где у меня множество типов проводов уже
готовых для использования вот в этом проекте. Множество. Black, начиная Black, BLK Black, начиная от 0,5 до 6 мм в квадрате в сечении. Blue, синий, green, grey, red. И все провода, вот эти типы проводов созданы автоматически, не автоматически, а вот вручную. Мы можем сюда добавить, скажем, например, еще один, например, yellow, к примеру. Добавляем сюда, например, указываем 8.0 мм в квадрате, указываем. И вот здесь у нас автоматически создается слой, то есть layer, под вот этим названием. Под вот этим названием. Потому что вот здесь у нас стоит такая штука. Layer Format Name. Layer Format Name. То есть процент C, процент S. C это вот этот color. S вот этот size. То есть сначала указывается цвет, нижний пробел и size. То есть сечение. В таком формате создается автоматический слой. Теперь, если я нажму вот сюда, Mark Selected as Default, мне вот этот провод станет проводом по умолчанию. Если вы обратили внимание, ребята, вот здесь у меня стоит Red 2,5 мм в квадрате по умолчанию. Поэтому, когда я начал чертить провода, у меня автоматически они приняли вот такие свойства, и эти провода попали под вот этот слой. Теперь я хочу, чтобы вот эти провода, они силовые провода, фазовые, у них сечение было, ну, скажем, они были красного цвета, чтобы красного цвета они были, и сечение у них было 4 мм в квадрате. Теперь я нажимаю на один из проводов, нажимаю на правую кнопку, и вот здесь у меня есть такая штука. Change Convert Wire Type. Change Convert Wire Type. То есть изменяю вот этот провод. Нажимаю на Change провод. И вот здесь еще один момент. Это же окно открывается. Но вот здесь инструменты немножко другие. Теперь, вот здесь у меня под колонкой Used, вот здесь стоит у меня X. То есть в проекте, это означает, что в проекте вот этот тип провода уже используется. Но мы видим, что другие провода пока что не используются. Поэтому это как бы дополнительная информация. Можем открыть вот эту таблицу, вот это окно, через вот эту иконку Create Edit Wire Type. И смотреть, какие провода у нас в проекте используются. Теперь, опять же, нажимая на этот провод, нажимая на правую кнопку Change Convert Wire Type, и я указываю вот этот провод, то есть у меня провод должен быть красного цвета и сечением 4 мм в квадрате. Но давайте сделаем так. Вот эти основные провода, три провода, они будут сечением 6 мм в квадрате, а вот эти, которые идут к мотору, будут сечением 4 мм в квадрате. Так, а все остальные, вот эти и вот эти, они будут сечением 2,5 мм в квадрате. Так, опять же, нажимаю на этот провод, нажимаю на правую кнопку, нажимаю на Change Convert Wire Type, выбираю вот этот сечением 6 мм в квадрате, вот так выбираю. И нажимаю на пик, но перед этим я убираю вот эту галочку. Почему? Потому что если я оставлю вот эту галочку, Change all wires in network, если я нажму, оставлю вот эту галочку, то связанные с
выбираемым проводом другие провода, автоматически все меняют свое свойство. Поэтому я вот это убираю. Не хочу, чтобы вот это у меня было 6 мм, и не хочу, чтобы вот этот тоже, вот этот провод тоже, который соединен к основному проводу, тоже был сечением 6 мм в квадрате. Поэтому я вот эту галочку убираю, нажимаю на пик и выбираю провода. Раз. Так. Так, нажимаю не на пик, а вот убираю галочки, нажимаю на ОК и выбираю провода. Раз провод, вот этот провод и вот этот провод. И дальше. До автомата вот эти провода тоже выбираю. Нажимаю на пробел просто. Все. Теперь считается, что вот эти провода уже сечением 6 мм в квадрате. Наводим на вот этот провод, и у нас появляется информация. Уже этот провод находится в другом слое, в слою RED 6.0 мм в квадрате. Вот в этом слою. Если я попробую его скрыть, и вот скроется. Но этого делать не буду. Теперь я меняю вот эти два провода. Давайте сделаем так, что вот этот провод, который идет к нулю, будет синего цвета, а вот этот провод, который идет к земле, будет желтого цвета. Окей. Так, опять же, нажимаю на вот эту кнопочку, на вот этот провод, выбираю вот провод, нажимаю правую кнопку и выбираю Change Convert Wire Type. И пусть он у меня будет синего цвета, синий цвет у меня сверху, и сечением 2,5 мм в квадрате. Вот так, вот этот. Опять же, вот эту галочку убираю, нажимаю на ОК, и все. Все. Нажимаю на Escape. Он уже теперь в слою Blue 2,5 мм в квадрате. И, естественно, цвет у него поменялся, потому что если я найду вот здесь в списке слоев вот этот слой, у него цвет по умолчанию синий. Теперь также меняю вот этот же провод, нажимаю на левую кнопку, сразу нажимаю на правую кнопку, Change Convert Wire Type, выбираю здесь Yellow сечением 2,5 мм в квадрате, и опять же вот эту галочку убираю, нажимаю на ОК. Все. Основные линии, основные провода у нас, все, с основными проводами у нас все готово. Теперь дальше. Теперь у нас остаются провода, которые протянуты к мотору. Теперь, опять же, нажимаю где-то вот здесь, может быть, вот здесь нажимаю, сразу выбираю провод, сразу нажимаю на правую кнопку, Change Convert Wire Type. Теперь пусть сечение этого провода у нас будет 4 мм в квадрате. Галочку убираю, нажимаю на ОК и выбираю. Теперь, ребята, обратите внимание, здесь такой маленький нюанс. Если я выбираю провод, у меня вот так выбираю, у меня выбирается только вот эта часть провода. Поэтому я должен выбрать весь провод вот такой рамкой. Потому что вот здесь у нас, как бы, быть может, это немножко недоработка AutoCAD Electrical, может быть, изначально так задумано, но я все-таки думаю, это немножко недоработка, но я даже немножко не считаю даже это недоработкой. Тот человек, который работает на AutoCAD и все это понимает, он должен вот эти моменты понимать. Поэтому я не удивлюсь, если на следующих версиях AutoCAD Electrical вот это не исправит. Поэтому не удивляйтесь, просто выбирайте вот так все части проводов отдельно. И также между двумя автоматами. Вот так. И после автомата включателя до коннекторов и после коннекторов до мотора. Вот так. И вот эти части проводов тоже. Вот эти части проводов тоже. Потому что вот эти части — это провода.
Провода. А вот эта часть, это часть мотора. Если обратите внимание, если я навожу вот это, на эту часть, то у меня выделяется мотор. То есть мотор у меня состоит из вот этого кружка и вот этой линии. Так, нажимаю на пробел и навожу на один из проводов. Вижу, что вот этот провод у меня уже находится в слою RED 4.0 мм в квадрате. Теперь следующий, вот этот провод. Пусть этот провод тоже будет сечением 2,5 мм и в квадрате, и синего цвета. Я здесь немножко не так поступил. Надо было, когда я изменял вот этот кабель, вот эту галочку не надо было убирать. Надо было выбирать. Я просто, ну, просто нажму на ОК и все. И вот эта часть провода полностью стала синим, но вот эта часть все-таки осталась. Поэтому вот эта часть я отдельно изменю. Так, blue вот этот. И просто нажму на ОК и все. Теперь от этой части. А у нас будет желтого цвета, тоже, наверное, 2,5 мм. Галочку вот эту не убираю, нажимаю на ОК просто. И вот эту, пусть коннектор, часть провода тоже выбираю. И нажимаю на пробел. Все. У меня с проводами, то есть не обозначением, а вот со свойствами проводов все в порядке. В принципе, у нас проект более-менее принимает такой более рабочий вид. Вот это окно слоев я просто закрываю. И здесь, наверное, я останавливаю видео.